Всем привет, с вами Леха ЛС. И Павел Никонов. И сегодня специально для международной премии за развитие уличной культуры и спорта карда мы в очередной раз расскажем про наш главный проект Wintering BMX Battle. Но на этот раз через историю одного из участников нашего турнира, простого парня с Урала Матвея Шарыгина. Всем привет, меня зовут Матвей Шарыгин, я катаюсь на BMX уже 6 лет, вся моя жизнь это BMX, и я безумно влюблен в это дело. Я родом из небольшого города на Урале, Нижний Тагил. В нашем городе всегда каталось мало райдеров, и мы начинали кататься втроем. В процессе мы развивали BMX в своем городе. Мой уровень катания рос, и в какой-то момент я понял, что для дальнейшего прогресса мне нужно ехать тренироваться в более крупные города. Я ездил по городам, где были райдеры с более высоким уровнем катания, но моя мечта всегда была поехать в Москву. Мне было страшно переезжать в большой, незнакомый город, и я долго откладывал поездку. И тут ребята из Wintering BMX Battle прислали мне приглашение на участие во втором сезоне. Когда я впервые услышал о Wintering BMX Battle в конце осени 2020 года, я думал, что это будет обычный контест. Но после выхода первых видео сразу стало понятно. Это абсолютно новый формат, которого я до этого никогда не видел. Сейчас может все измениться. Весь первый сезон я с нетерпением ждал выхода свежих видео. Открыл для себя много новых лиц BMX, о которых до этого даже не слышал. И, конечно же, мечтал оказаться среди них. Поэтому, когда меня пригласили во второй сезон, я вообще не задумывался над тем, как сложно поехать в Москву. Сразу настроился и переехал зимовать в столицу. Всю зиму я прожил в Москве, катался в лучших крытых скейт-парках, познакомился с кучей крутых райдеров, которых до этого видел только на видео, и, конечно же, участвовал в баттлах второго сезона Винтеринга. Благодаря турниру обо мне узнала вся страна. Меня даже узнают в скейт-парках, это очень приятно, спасибо всем большое. А после турнира меня взял на спонсорство бренд одежды «Они». Это мой первый спонсор в жизни, кстати. Меня стали приглашать на различные соревнования по всей России. На некоторых из них я даже взял пару быстриков. Также меня взял на спонсорство крупнейший российский BMX-магазин «Скелетон». Для меня это огромный толчок и большая мотивация. Я до сих пор не могу поверить своему счастью. Всего этого не было бы в моей жизни, если бы не Wintering BMX Battle. Этот турнир открыл для меня новые перспективы. Я хочу сказать большое спасибо парням за то, что они делают. Это важно не только для меня, но и для всей BMX-индустрии в России. Для каждого райдера в каждом уголке нашей необъятной родины. Наша мотивация – развитие BMX-индустрии по всей стране, что в текущих реалиях самоизоляции очень актуально. Есть определенные центры, в которых благодаря развитой инфраструктуре индустрия развивается, но при этом есть огромное количество талантливых райдеров в регионах, которые уже достигли определенного уровня, но не имеют возможности путешествовать по стране и, соответственно, развиваться дальше. Если мы выиграем премию карда, то сможем дать возможность большему количеству райдеров, таким как Матвей, приехать в Москву и принять участие в третьем сезоне Wintering BMX Battle.